Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сейчас продолжаем играть в Спайдермена. Да, в ремастер продолжаем Спайдермена играть. Я, короче говоря, за кадром посмотрел свой же ролик. Надо проверить, что там стряслось в аукционном доме. Да, и я понял, короче говоря, как фотографировать. А фотографировать очень просто. Допустим, нам надо здесь что-то сфоткать, да? Вот, нам надо сфоткать вот это. Что мы делаем? Залазим, нажимаем R, правую кнопку мыши. А потом фоткаем. Как-то. А как фоткать? Внимание всем постам! Похищение! Проследуйте на кафедрал! Подожди. А как фоткать-то? Короче говоря, проблема в том, что я не нажимал правую кнопку. Очередная недалекая слушательница, защищающая Человека-паука. Смогу ли я переубедить? Подожди. Вы в эфире с Джеем Джона Джейсона. А, на Е. Я просто хотела сказать, что никогда не видела Манхэттен таким мирным. Не сравнить с тем, что было до Человека-паука. Нет уж, давайте сравним. Тогда у нас были полицейские и пожарные на своих постах. Да, были и преступники, но они не причиняли особых хлопот. Конечно, у нас Простите, неотложное паучье дело. Маньяки, стреляющие электричеством из глаз. Ходячие песочные фигуры. Нацисты, состоящие из пчел. Разве Человек-паук не поймал их? Вы не понимаете главного. Их не было, пока он не появился. В лучшем случае он их притягивает. Но я часто думаю, а нет ли тут сговора? О, никогда не слышала, чтобы кто-то употреблял слово «сговор». Я пытаюсь сказать, что боюсь что даже представить, спорят? Что было бы, если бы эти парни напали, а Человека-паука не было. Вы безнадежны. Всего доброго. Короче говоря, там нас обсирают папарацци. Да-да, он молодец. Прошу прощения, можно покруче? Ладно. Жетоны. Так, вот так вот, короче говоря, ребят, фоткать надо. Просто подходишь и просто фоткаешь. Вот на самом деле здесь это несложно. В принципе, можем, мы уделим, наверное, этому серию. Надо уделить серию собирания жетонов. Вот, пофоткать здесь это. Пир, Чайка Таун. Что за пир, Чайка Таун? Ага. Это мы тоже сюда сходим. А подожди, тут можно повторно зачистить? Наверное, можешь повторно зачистить. Сюда вот надо сходить, будет здесь тоже все пофоткать, все сделать. Здесь какие-то мозги непонятные. Вот. Так, мы можем... Угнанная машина. Кстати говоря, давай с угнанной машиной, наверное, разберемся. Остановлю их, пока об их гибели в газетах не написали. Нормально. Так. А ваш гудок играет джазовые мелодии? Вперед, Человек-паук! Даже придурок тут себя возомнил писком! Пора на выход! Ага, хорошо. Давай там следующий. Так. Хорошо. Хорошо, остановили тачку, все нормально. Так. О, сколько ребята. Же их? Для преступников у них потрясающе большой круг общения. Да, действительно, у них для преступников замечательный круг общения. Открыть огонь! Открыть огонь, правильно. Все? Оу! И всё. Это завершает наш тур по Нью-Йорку с паучком. Так, преступление у нас так с тобой. Угу. Так, что мы с тобой? Наверное, мы с тобой пойдем сейчас вот сюда. Здесь по краешку пройдемся. О, новый уровень. Беги, Человек-паук, а мы пока оформим этих. Давай. Оформляйте. Оформляйте, я пока полечу туда. Произошло ограбление. Нужна поддержка в Сикаморе. Прием. Подожди. Да тихо ты. Да бля. Да почему ты... Что ты делаешь? У меня какие-то явные проблемы с этим.
Последняя игра, на которую меня водил дядя Бен. Хочу поставить в рамку. Обязательно поставим. Обязательно в рамку. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Так, подожди, нам что, надо сфоткать? Настоящий шедевр. Так, мост мы сфоткали. Тут где-то ребята плохие. Непонятно, крыша, что ли? Вы что, здесь, ребят? Вот где? Юрий, я нашел стройку Фиста. А, это стройка Фиста. Целый улей вредоносных пчелок. Попробуй пошуметь. Если кто-то сообщит о вторжении, я пришлю машины. Пошуметь? Это я могу. Я вышел. Так. Почему он побежал? О, нет! Отойди! Хороший дрон у меня. Вот это дроны. Вот это дроны, ребят. Дрон-паук готов к стейке. Подмога! Даже то, что Фиск в тюрьме, их не смущает. Да их вообще, по-моему, здесь ничего не смущает. Дроны-пауки, кстати говоря, полезная штука. Тихо. Зарываешься? Ну, крепыш, попробуй еще раз. Хорош. И это прям в гранату прыгает. Молодец, красавчик. Только попробуй швырнуть меня. А вас предупредили, что это благотворительная вечеринка? Скидывайтесь. Нет, серьезно, мне за квартиру платить. Всех не одолей. Конечно, не одолей. Вот черт. Человек-паук, я проверила. В этом районе появилось много фальшивых купюр. Ага. Фальшивомонетчики? Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Так, пауки. Эй, что за... Мы теряем бойцов! Ты чего она сделана? Блин, скинуть бы их надо, а я не могу. Жуткие это. Стрижки, море одеколона. Точнее, ребята, Фиска. Блин, она липнет. Надо бы их поскидывать. Парни, если мы не справимся, Фиск уроет нас. Просто от тебя уже тошнит. И я тоже. Дешевый трюк. Подкрепление? Ребят, Вилли сказал, можете взять отгул. Нет, правда. Чисто. Сейчас будет больно. Давай, давай, давай. Он убил Дэйви. Он убил Дэйви, да. Хорош. Я задолбался на клавиатуре, как на пианино играть, ребят. Молись. Ой-ой. Ничего страшного? Что, ты наконец решил тебя живым или мертвым? Так, где вы? Не отступай! Те, кто мешает главарю, долго не живут. Хорош! Ему повезло. Ты знаешь, что такое частная собственность? Знаю, что такое частная собственность. Как, блять, не знать? Внимание! Все? Дроны вообще очень, кстати говоря, помогли. Пройдено. Дроны очень помогли, кстати говоря. Дроны прикольная штука, надо качать. Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь одним источником зарплаты адвокатов Уилсона Фиска меньше. Это хорошо. Трей только сбросил создание. Да и насрать, господи. Я как бы прохожу просто, и все. Я получаю удовольствие, ребята, прохожу. Прохожу и получаю удовольствие. Так. Гаджеты, нет, гаджеты, гаджеты. Вот этого паучка надо бы прокачать.
Она доступна на уровне 12, а мне только 7. Ага. Вот, кстати говоря, очень полезные дроны на самом деле. Они мне прям нравятся. О, давай вот это вот, ускоренное восстановление инжекторов. Чтобы инжекторы быстрее восстанавливались. То есть вот эти вот паутина, чтобы она быстрее восстанавливалась. Чтобы быстрее восстанавливаться, все было хорошо. Не знаю, как попутно. Я вообще на самом деле, знаете, хочу пару серий побегать, просто вот эти задания повыполнять. Не знаю, почему-то они мне нравятся. Они простенькие. Они какие-то простенькие, ребят, и какие-то веселенькие. Вышку в районе. Так. Вышку мы открыли. Там мы зачистили, получается, да? А, ни хрена тут вышек. Ну, пойдем туда, что ли? Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда ага. за дело берется Коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет, нет и нет. Нет. Шеф не подавала вида. Но Коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Она это признает. Рано. Моя первая камера! Купил ее с рук. Она пленочная. Ну, как и все камеры в то время. Так, пойдем вот это откроем. Ох! Блин, хотел по-другому, ладно. А что, здесь нету этих? Ну, тех, то, что надо изучить, это, сфоткать. Ох, красота. Всегда хотел научиться, ребят, летать. Всегда. Всегда хотел, ребят, научиться летать, потому что летать это классно. Так, что у нас здесь? Давайте, показывайте. Карту, пожалуйста. А тут, кстати говоря, что-то ни хрена, да? Ну, сзади вот есть. А. Подожди, или прямо здесь у нас под ногами идет? Подожди. А, подожди-ка. Ага. Господи, сколько кнопок я нажимаю? Путаюсь. И там где-то у нас это. И вот там где-то наш... да, ты понял. Сгорит аукционный дом. Это мы, ребят, все сделаем. Не знаю, охота побегать просто по... Вот так вот просто по... Не знаю, прикольно. Все, потому что, знаете, потому что так все быстро... Он так быстро перемещается, все так быстро это. То есть здесь вот, знаете, в этой игре вот мне, допустим, в Ubisoft, в играх Ubisoft, мне вот, допустим, не особо нравится вышки всякие открывать, еще что-то, потому что это все так как-то медленно. А здесь так все быстро. Если открыть это, может вернуться песочный человек. Не хочу это проверять. Ну и не будем. Так, ну и не будем проверять. Так, пойдем там еще вышечку откроем. Так классно, представляете, вот так вот попарить. Это же охренеть просто. Блин, тоже бы хотелось побыть Человеком-пауком. Может, возможно, когда-нибудь в будущем. Люди придумают что-нибудь такое, что можно будет вот так свободно летать, как птица. Это ж классно. Это ж, ребята, классно.
Подожди. Ага. А, так, это мы открыли полностью, да? Опыт плюс 200. Почему только плюс 200? Как-то маловато, разве нет? 200 опыта за такое. Давай, а, ух ты, кстати. Ну-ка, я могу его сфоткать отсюда? Да. Его отсюда и надо сфоткать. Так, это мы сфоткали. Сейчас пойдем, ребят, на задание, на основное. Простите. Так, а тут как? Че, нормально все с костюмом? Привет. Помаши для моей бабули. А для бабули? Привет, бабуля. Так, подожди. Алло, человек-паук, ты чё? Так, как нам туда зайти? А как нам туда попасть, ребят? Хорошо смотришь. Вы меня угодите. Да, спасибо. А как туда пройти? Может, как через этот, через воду? Да, наверное. В принципе, как-то я так и думал. Почему люди падают? Спрыгни, пожалуйста. Пук-пук-пук. Красава. Ух, ебать, тут что произошло? Нормально, я всех спас. Как вы так умудрились-то? Ну, покупает, блядь, джипов, ты не видишь, куда еду. Как-то он немножко, я не понимаю, как он лазит, пусть именно со стены на стену запрыгает. Это Джеймсон дал мне на своей прощальной вечеринке в Бьюгл. Я-то думал, его шоу и слушать не станут. Такой вот я эксперт. Так. Чё, мы в принципе здесь все. Пойдем вот сюда вот. И там уже по сюжету. Некогда болтать, паучок. Там уже, ребята, по этому. Интересно, в воздухе я могу снимать? Да, то есть я могу, если что, в воздухе прям снимать. Прям лететь и снимать. То есть не обязательно садиться, как я делаю. Можно вот так вот раз. Видимо, вот так вот и задумывалось разработчикам, то, что я буду именно так и делать. То есть можно прямо на ходу делать это. Пойдем туда, откроем вышку. Там же вышки надо все открывать. Не знаю, вот здесь мне нравится открывать вышки. Вот здесь мне нравится вот это все делать. Я не знаю, потому что это так все просто, я уже говорил. Так все просто. И так все классно. Ага. Вышка одна из двух. 50 опыта всего лишь за вышку. Как-то не особо, да? Что здесь у нас? А, ладно, пойдем на сюжетку, ребят. Кто-нибудь скажет, блин, задолбал, давай сюжетку уже. Вот сейчас вот здесь сфоткаем. Оп. Классно. Прям в полете. И вот это заберем. Я победил этого борца, когда обрел свои силы. У меня до этого ни разу не было столько денег. Да и после этого тоже. Ну, что ты всегда был бомжом. Хотя у тебя 15 миллионов подписчиков в соцсетях. И при этом ты бомж. Как-то странно. Я говорю, что, Donation Alert нельзя было подключить?
По-любому найдутся люди, которые бы хотели бы задонатить, помочь. Юри сказала тихо. Лучше поискать заднюю дверь. Давай, стелс. А, мы знаешь, что сейчас еще с тобой сделаем? Прокачаемся. Опять над кем-то издеваюсь. Я теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Как незаметно? Ты чё, подожди, навыки, подожди. А у нас есть что-то для незаметности? У нас есть два навыка. Замедляя время перед смертельным ударом, дающий вам шанс уклониться от него только один раз в бою. Вот, кстати говоря, полезная штука. Нажмите, затем держите, чтобы взять... Блин, это, конечно, классно. Ну и соседних врагов. Конечно, классно, здорово. Увеличение урона и дальности паутинных ударов. Это вот это бы надо, ребят, мне тоже бы. Блин, вот это бы надо. Давай-ка мы вот сюда пойдем. Вот сюда пойдем. И потом вот сюда и вот сюда. Потому что мне Юрий, все бы надо. Тревога не учебная. Я все хочу. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Люди фикса в отчаянии, что там. Бесшумно обезвредить врагов. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Удерживайте, чтобы прицелиться. Нажмите Е, чтобы выстрелить инжекторной паутиной. Типа мне вот сюда вот надо? Так. Так. Чтобы совершить нокаут сверху, подождите, пока враг подойдет. А мне что-то там с нокаутами прокачано. Ага. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Да, как будто маленькие дети. Как маленькие дети, которые спят. Надо подцепить его сверху. Хорош. Осторожно. Так, подкравшись к врагу сзади, вы сможете бесшумно нокаутировать его. Бесшумно идем. Ага. Тише, тише. Кто-то идет. Терпение истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Не знаю, я просто не знаю. Живей, плохие парни сейчас плохо себя поведут. Так, опасно, опасно. Если вы напоминаете моргав со значком опасности, вас заметит соседний враг. Вы можете отвлечь и приманить врагов, оплетая паутину, стены и предметы. Объект, подходящий для отвлечения. Удерживайте, чтобы прицелиться. Да. Барабаньки. Что-то как-то странно немножко. Тут это сделано, механика. Эй, а что это? Где? Это фотик?
Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... О, Мэри Джейн, по-моему, да? Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. И она нам рассказывает. 15 минутами ранее. То есть было что до этого. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но... Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Она вообще не звонила никому. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Окей. Ух ты. А, театральная маска, 18 век. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать. Да, это моих рук дело. Ну, мне бы точно хотелось это сказать. Прикольненько. Красивенько все так, чистенько все. Сигары. Сигары ручной работы. Симкария. Что-то было в новостях? Сигарет специально для королевских особ. Представляете? Катана 14 века. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДжей. Прикольненько. Гобелен. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжения между двумя фигурами. Да, напряжение чувствуется. Напряжение, ребята, напердели. Ладно, поем. Скажите, с ней болтать. Как будете готовы? Я готов. Хорошо. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. Красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Ну, пойдем. А зачем мы кругами ходим? Этот изысканный шедевр. Характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Ну, конечно, никто ни о чем не слышал, как всегда. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени.
Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. А фото чего? Иди сюда, фоткать буду тебя. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Окей. Жду здесь. О, стойте. Это же... О, сфотографирую. Готово. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. Это статуя настоящая? А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. А за каким сейчас углом? Вернусь. За этим углом? А, ну да, там же. Нам же специально отметили. А можно мужской? Нельзя. Только женский. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Он сейчас скажет, что никого не посылал. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Если враг что-то встревожит, он подойдет посмотреть, в чем дело. При этом над его головой появится. Ага, та сейчас что-то заметила. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? Хер знает. О, господи. Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Ты задолбал, ты смотри сюда, не смотри. Совершенно верно, это угроза. Ага. Ты смотри, что делает. Точно, Крэг. Ясно. Я тебе не верю. Ага. А, я понял, что нам надо. Точно, Крэг. Ага, точно, да, ага, угу. А есть такие ребята, которые вот так же разговаривают по телефону, ага. Ясно. Угу. Ясно, угу. Ага, угу, ясно. Я тебе не верю. Ждем, не торопимся. Ага. Ага. Точно, Крэг. Ясно. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Как там? Нио там, за ними. Но выглядит по-другому. Ага. Да, выглядит по-другому. Но у него башка вправо повернута. Давай вертеть. А, изучить, господи, надо мышкой навести было. Он что-то держит. Что же он держит, правда? Надо было мышкой, ребят, навести. И, видимо, здесь тоже, да, надо, видимо, мышкой навести. Или нет? Здесь уже не надо мышкой. Да вот, вот эту херню он держит. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Я уже это понял. Смотреть статую.
Может, части можно двигать? Да, конечно, можно. Так, как-то так. А у нее еще там хлебало закрыто было. В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука почти. Но чего-то я их уже видела. И правда, чего не хватает? В принципе, загадка-то несложна, просто мне не давали это. Нет, не так. В смысле, не так? Если не так. Он что-то держит в руке. Но что это? Ну, ниже. Ниже имеется в виду. Подходит, но это не то. В смысле, подходит, но это не то. Ну, давай вот это возьмем. Вот это. Да, по-моему, вот это первое было. Вот так. Да ладно, по-моему, вот это было большое же. Норман Осборн. Ну ладно. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыхание? Что там? Извините, сэр! Вам нельзя? Плохо. Где эта статуя? Там. Вон там. Найдите папку. То есть мы уже к папку скоммуниздили. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Ах, какая... Чё, надо с ними разобраться по-тихому или как по-громкому? Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. А. Шиндон! Да, хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. А. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. А это нормально, да, то, что я... Это, видимо, не нормально, ребят, да? Я не хочу по стелсу действовать. Для меня Человек-паук — это крутой чувак, которого так приходит всех убивать. Смерть. А? Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там уже сделаем все по стелсу как надо и так далее. Всем до встречи, всем пока.